13 апреля, ну да, перед Пасхой, выключили. А обещали, даже объявление повесили, что на Пасху оставят свет, а отключили. Вы же пишете? 12 апреля... Нет, подождите, давайте начнем с того, сколько людей проживает. Ну, 17 человек. Человек или 17 квартир? 17 квартир, которым некуда деваться. По одной или другой причине не ставят даже на квартиру. Говорят, не положено. У меня дети выехали. В приватизации участвовали все. Должны присутствовать. То есть квартира мне не положена. Квартира у меня целая, совершенно целая на первом этаже. А мне квартира не положена. Предлагают койко-место в общежитии. И муж в одну комнату, жена в другую комнату. Вот такие условия предлагают. Естественно, понял, что бомжами мы не хотим быть. А 12 апреля отключили нам свет, воду. Просто выживают. Понимаете? Ну, понятно. Никакие работы не ведутся, целый месяц мог бы быть свет, люди бы жили нормально, пользовались. Еще такой вопрос. Мародеры сильно вас занимают? Да. Что мы двери делаем? Да, я вижу, что вы все делаете. Это вообще ужас.